Бердянск 2016. За моей спиной находится колесо обозрения. Сейчас я на него сяду и покажу вам Бердянск с высоты птичьего полета. Ночной Бердянск. Смотрите, дальше будет. Итак, я начал съемки ночного Бердянска. Сейчас на горизонте виднеется порт в огоньках. Сейчас я его попробую приблизить картинка. Как тебе Бердянск с высоты? Освещен, в общем-то, ну как город Украины. Только набережная освещена красиво. Да, только набережная. И луна такая светит, красиво. Высота колеса, для информации, 50 метров указано. Составляет 12 минут. Цена билета 60 гривен для одного человека. И дети ростом до 1 метра бесплатно. Я уже снимал Бердянск с колеса обозрения, но это было днем. Я ссылочку дам вот в этом углу на обзор. Да. Ну что, мы, по-моему, поднялись в самую верхнюю точку. И сейчас я дам обзор. Ну, за моей спиной вы, наверное, наблюдаете Бердянск. Страшно? Это я шучу. Это я развлекаюсь. Мы уже пошли на снижение, а внизу кипит, ну, скажем так, еще не ночная, а вечерняя жизнь Бердянска. Единственное место развлечения отдыхающих. Ну а где еще развлекать? Нет, еще на улице Ленина, то есть Азовский проспект ныне. Набережная Ленина. Если вам понравилось видео,
подписывайтесь на мой канал, делитесь им со своими друзьями, ставьте лайк. Я Виталий, до новых встреч!